Ну хорошо, вот спасибо. Как вы думаете, человек имеет право задумываться, жить ему или не жить? Он должен жить, правда? Человек должен жить и никогда не разочаровываться в своей жизни, в своей судьбе, что бы ни произошло. Правда ли? А? Да, конечно. Спрашивайте, задавайте вопрос. В первую очередь, я хочу вас воспользоваться случаем, поблагодарить вас. Я уже слушаю 5 лет. Наверное, 3 из них это так особенно, то есть понимаю, что вообще имеется в виду. Вопрос у меня больше о предназначении в сфере деятельности. А чем вы занимаетесь сейчас? Любого. Вам нравится? 10 лет назад мне это очень нравилось, но это было свое заведение. Вот это другое дело, свое заведение. Да, то есть повар и свое заведение – это разные вещи. Но уже нет, уже закрыли, я очень устала. Это не мое, я была... Лично я не... Нет, это ваш, вы управленец, да, вы управленец. Да. Просто вы женщина, понимаете? Замужем? Ну, управление, то есть можете опять открыть какое-то заведение. Ну, с кем-то, не одна, чтобы кто-то еще был. Команду какую-то сделал. Вот вы сказали, вот там не хочу, да? Правда, что... Хорошо, тогда какие варианты еще? Что? Красота, что-то такое, но... Опять что-то... управление красотой. Само себя, что-то такое... Исключительное, что-то... Самой делать? Ну как? Самой. Ну, хорошо, да. Да, можно так делать, можно. Но все равно все закончится у вас тем, что вы потом сама начнете, а потом кто-то у вас будет работать, а вы будете руководить. Этим все закончится. Просто сейчас вы выходите из тяжелого кризиса внутреннего. И до сих пор не вышли. У вас нет сил, вы боитесь. Но когда у вас, это же не всю жизнь так будет, вы, когда у вас силы появятся, вы все равно будете кем-то управлять. Я тебя вижу. Ну, значит, не надо было позиции. Не-не, вы не могли не уйти, у вас не было сил, все нормально. Жизнь и жизнь, всего свое время, все хорошо. Хочу еще обязательно сказать, что пока вы в течение 10 лет я слушала Железа, было очень много вопросов. Я думала, слушаю себя, какой вопрос-ответ у вас, я думаю, что я бы этот вопрос задала, я бы этот... В течение 10 лет, насколько это все как-то само... решалось, то есть, что где-то была твоя лекция, а где-то все-таки я просто очень хочу поблагодарить за то, что вы делаете. Да, и не забудьте то, что я сказал до того, как вы спросили. Да. Потому что то ли вы уже решили этот вопрос, а? Это очень странный вопрос. Странный вопрос, да? То ли вы решили это уже этот вопрос, то ли вам придется решить свою жизнь. Потому что я вижу на вас эту судьбу. Вам придется столкнуться с этой мыслью, вы должны ответить для себя так, как я вам сказал. Жизнь дается Богом, человек не выбирает. Это странно. Я даже не понимаю, просто... Я понимаю, что вы имеете в виду, но почему это ко мне? Это много лет придется. Пройдет, прежде чем вы это поймете. Все нормально, не должно быть. Иногда в жизни человека есть какой-то экзамен. Ну, я прошла этот экзамен, как я считаю. Этот экзамен прошли все-таки. Mm-hmm. Вот этот экзамен, жить или не жить. А, нет, у меня таких мыслей никогда не было. Вот это значит, это было с вами в прошлой жизни. Но в этой повторится. Все, что в прошлое не доделал человек, обязательно доделать в этой придется. Хотя, то, что вспомнил, да, у меня умер отец ребенка, первого ребенка, и какие-то вот все-таки... А, все, значит, прошли, да? Прошли. Хорошо, все, значит, все. Тема закрыта, значит. Спасибо.
Ага, просто забыли вы уже, да? Ну, я как-то дальше стартую жизнь. Это было давно уже, да? 13 лет, сын уже 13, но я не знаю, ну, все, значит, ему закрыто все, хорошо.